30 марта у Дворца спорта Пушкина стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города и района. Все коммунальные службы представили свою технику. Общее количество составило 126 единиц. Сейчас мы насмотрим, у нас представлено 11 единиц техники. Техника в настоящее время уже практически вся переоборудована. Всего общее количество единиц техники в летний период будет 19 единиц. Конечно же, этой техники не хватает, но на сегодняшний момент подали заявку на приобретение 4 единиц техники, которые будут одобрены и в этом году 100% поступит. Любой переходящий период он является сложным, тем более весенний период после оттепели проблем. Достаточно большое количество выявляется мусора. Пока справляемся. В течение месяца коммунальщики приведут в порядок дворовые территории, дороги и места отдыха. Некоторые службы уже начали работу по благоустройству и поэтому не присутствовали на осмотре техники. На самом деле субботники у нас начались уже давно, потому что вылезает после таяния снега очень много мусора, и силами коммунальных служб мы ведем на уборку территории. Сегодня, да, первый субботник, официальный первый субботник, и все коммунальные службы, которые сегодня не заявились на смотре, они работают непосредственно на своих рабочих местах с жителями нашего города. Только за первый день субботника было вывезено почти 400 кубометров мусора. И это невозможно было бы сделать без профессиональной и качественной техники. Уверен, что эта техника вам поможет убрать нашу территорию, весь Пушкинский район. Работы после зимы достаточно много, не только на дорогах, но и во дворах. Поэтому вместе с вами, с жителями района, будем выходить и поправлять ситуацию. На территории нашего города и района уборка будет проходить 6, 13 и 20 апреля. Примут участие не только коммунальные службы. Привлечены государственные учреждения, учебные заведения и другие структуры. Все жители Пушкинского района приглашаются на субботники. Необходимый инвентарь для уборки дворовых территорий можно получить в ЖЭУ управляющих компаний. Ольга Алексеенкова, Константин Кузнецов, Пушкинское телевидение.